Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно прохождения задания мира. Древний язык, новые знания, вот это вот все. Ребята, готовьтесь. То, что разработчики сделали с квестами в Сумеру, это уже довольно сложно и интересно местами, а вот здесь прям, ну, засада. Как до этого додуматься самому можно, я вообще не знаю. А обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. Чтобы данное задание мира, древний язык, новые знания и квест двойное доказательство были у вас активны, вам нужно будет выполнить задание мира, золотая страна грез и квест затерянные в песках, это первую часть, вторую часть, собственно, и третью. Ссылочки на видосы, как проходить данные квесты, в описании под видео. И после этого, как вы пройдете те три квеста, вам нужно будет подождать сутки, и вроде бы в 6 утра по московскому времени будет сброс серверов, и вам нужно будет после этого вернуться в деревню Ауру. И только после этого квест у вас появится. Ну и, собственно, идем, куда нас ведет квестик. Разговариваем, разговоры на видео я буду скипать, но, друзья, читайте это все, потому что, ну, много чего интересного могут вам рассказать. И, собственно, снова разговор. И смотрите, что у нас тут получается. По мере продвижения, плита красных песков будет постепенно открывать расположение важных мест в руинах. Следуйте указаниям плиты и особенной властью запускайте механизмы, чтобы попасть в неизведанные части руин. И идти к месту, на которое указывает каменная плита. А указывает она нам... Опа. Власть переправы. Появилась у нас теперь. Тут у нас появилась глубинная гробница царя Дешрета. И здесь, собственно, зал Дуат. Я так понимаю, нам, наверное, сюда. Да. На карте сейчас у нас ничего еще не отмечено, поэтому нажимаем клавишу V. Но это в данном случае открывает нам данную плиту. Либо... Заходим в раздел «Плита красных песков», «Просмотр», ну и, собственно, «Зал Дуат», «Перейти». И нам показывают, куда нужно идти. Это у нас «Дюна Магмы». Я заранее открыл точку телепортации. Забуриваемся внутрь данной пирамиды. Так. Одна активна, одна неактивна, две... Княженцы. Сейчас будем разбираться. Давайте начнем с захода направо. Активируем. И ведем кубик. И кубик, конечно же, у нас развалился. Почему? А потому что, как бы, ну, ясно, понятно. Нужно подгадать, так сказать, моментик. И ведем дальше. Мы пришли, получается, в начало. Давай-ка вернемся. И завозим. Дверка открылась. Берем эту штукенцию, она нам понадобится, скорее всего. Спускаемся вниз. Тут у нас сундук с декором. Что-то активируем. Плюс тут еще факел, я вижу. Которых сейчас не видно, но с ними можно будет взаимодействовать. Но это, скорее всего, чтобы открыть просто-напросто данный сундук. Да, это для сундука. Но примагемы здесь тоже даются. Ладно, нам нужно вниз. Разбираемся с небесами.
Ведем духа и идем, куда нас ведет, собственно, наша плита. Дух, идем. Опа, сундучанский. Сейчас по-любому неписи налетят. Ну, естественно. Обычный, но все же. Так, и вон, судя по всему, нам туда. И да, точка телепортации, кстати. Ну, в принципе, уже ясно, куда мы с вами пойдем, но не ясно, что мы там с вами будем делать, какие головоломки и прочее. Так, NPC. И ведет нас направо. Но тут еще есть дух, которого мы поведем с собой. Потому что, ну, сундучок, это хорошо. Пусть укажет тебе путь, какое-то достижение. Ну, обычный сундук. Кстати, тут у нас плита, или гриф, или скрижаль, как она там называется, правильно, скрижаль. И точка телепортации еще одна. Которая, кстати, находится вот здесь. Блин, как не хватает еще одной карты. Ну, как вот в экономии. Ладно, пролезаем. Скипаем разговор, но это только на видосе. Следуйте указаниям на каменной плите, соберите всю власть. 0 из 3. Место дыхания, место перерождения, место поглощения. О как. Допустим, ясно. Ладно, сейчас будем разбираться. Давайте-ка начнем с этого места, где мы сейчас и находимся. Я вижу перед собой искру. Ну, кубик. Давайте-ка активируем и проведем, куда она будет у нас идти. Надеюсь, тут не будет невидимых стен и лабиринтов, как это было один раз уже. Ё-моё, в самый низ. Так, есть. Здесь нужно будет сейчас подождать некоторое время, чтобы этот поток у нас исчез, иначе, ну, не получится. Ведем дальше. Угу, ведем дальше. Так, вниз или направо? Направо. Так, кстати, судя по всему, мы сюда пройти еще не можем. Но нам в другую сторону. Одна готова. А всего их тут сколько получается? Две? Что-то мне кажется, их здесь будет больше. Так, я вижу третью. Активированную. И четвертую. Знаешь, что еще получается две искры? Возвращаемся, собственно, в начало. И здесь смотрите, что у нас будет. За углом, вон там, четырехлистный клевер. И рядом с ним еще одна искра. Давайте-ка ее проведем. Неужели по тому же маршруту пойдем? А, нет, ну почти по тому же маршруту. Ведем. Блин, разрабов, вы столько натворили здесь. Просто молодцы, просто красавцы. Сразу ведем дальше, я так понимаю. Угу. Повезло, что так совпало.
что эта штука сейчас не работала. Ну-ну-ну, давай. Что искры, что феи, иногда подбешивают. Отлично. Еще одна. Снова на точку телепортации, снова в это место, и получается слева будет еще одна. Получается, наверное, финальная уже. Так, не вздумай сейчас включаться. Зараза. Придется подгадать. А подгадывать будем просто. Не приближаемся к ней, пока эта штука работает. Сейчас работать перестанет и подходим. Все. Надеюсь, выживет. Отлично. Дальше. Там тоже был вроде воздушный поток. А, нет, нифига. Куда она? Так, здесь, я думаю, тоже лучше подождать, пока этот поток уйдет. А, не, нифига. Заскамили, заскамили. Так, там у нас еще один воздушный поток, не забываем. Ну, заканчивайся давай. Опять заскамили. Отлично. Новый символ на плите загорелся у нас. Сила нашей плиты стала больше. И получается, нам осталось два раза еще так сделать. Только в других местах. Это получается, у нас сейчас было место поглощения. Давайте-ка на место перерождения. Рядом с точкой телепортации. Ладно. Но нас просто сейчас будет вести туда, судя по всему. Да, я, кажется, знаю даже куда. И забуриваемся. Эти цветочки восстанавливают выносливость. Ё-моё, сколько ж тут всего заныкано-то. Ага, это оно. Ну, я так понимаю... Интересно, сколько их нужно будет отвести? Одну? Вряд ли. Две? Возможно. Три? Ну, скорее всего. И уровень воды упал. Так, и получается еще две. Да. Раз. И, собственно, два. Вот, получается, откуда мы сюда пришли. И идем прямо. Сквозь эту штуку.
Так, я вижу факел раз, я вижу факел два, три, четыре, пять, шесть. Ладно, идем дальше. Блин, да тут заблудиться можно. В общем, тот зал, где факелы. Эта штука пустая. И вот дверь, которую мы сейчас сможем открыть, по идее. Угу. Сквозной проход. Легче не стало. Возвращаемся в комнату с факелами. И спускаемся вот сюда. Эту штукенцию взяли. Встаем сюда. И понеслась. Ну и сейчас я подожду, пока у меня откатится способность. И снова берем и активируем тот факел. Пиролучник, конечно, в этом плане будет получше, потому что, ну, просто заряженная атака, это как бы у нас пира. Разбираемся с неписями. И ведем. Уровень воды упал еще раз. И упал он, судя по всему, там, где мы с вами ходили. Сейчас главное не заблудиться. Это вот там, где мы, получается, пришли. Это дверь, где мы открыли. И слева у нас там была вода. По идее, сейчас ее там не будет. Да. Вода ушла. Да ё-моё. Спускаемся дальше вниз. И у нас здесь стоит блок. Так. Да вы издеваетесь. Хорошо. План довольно странный, но, может быть, сработает. Двигаем. 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 Давай быстрее, Хутао. Двигаем. Сейчас, по идее, все должно произойти как надо. Надеюсь. Ну давай. Есть. Активируем и ведем. На секундочку, что у нас там наверху? Если ничего интересного не будет, значит, фрагмента видоса, собственно, с этим местом и не будет. Там какие-то два прохода, но пока нам туда, судя по всему, не нужно. Может быть, потом, когда-нибудь, в каком-нибудь квесте. Так что пока что ведем. Получается, нам осталась одна. Место дыхания. И находится она... Ага. Я знаю, что это за место, но как туда попасть, друзья? Ой, сейчас, наверное, придется вам объяснить, потому что, ну, это капец, скорее всего, будет. Разработчики в этой игре прям постарались. Ну,
И так они ясно, что с этой игрой постарались, но вот в этом регионе, который ввели, это просто, ну, что-то с чем-то. В общем, нам нужна вот эта точка телепортации, которая находится, естественно, внизу, а не снаружи. И идем, куда показываю. Идти придется довольно далеко. В одном из видосов уже показывал, но все же. Тут мы, кстати, были, проходили квест вроде второй по счету. Потом был третий, сейчас вот это четвертый. Здесь поворачиваем. Тут где книжка. Взаимодействуем с ней, естественно. Прыгаем вниз. Тут у вас будет камень, который нужно будет снести. Потом автоматом... Да, вроде бы автоматом переключится, откроется дверь. Теперь вам нужно идти сюда и спуститься вниз. Но это еще не все. Это еще далеко не все. Планируем и спускаемся. Держимся левее, нам не туда надо, нам вот сюда надо. Блин, реально, экономия как будто меньше, чем вот это все место. Нам нужно будет, получается, сейчас подняться по этой скале. Не забывайте, что можете пользоваться четырехлистным клевером. Ускоряет перемещение в пространстве. И двигаемся в ту сторону. И здесь у вас будет точка телепортации. И да, нам получается нужно именно в это место. Как до этого додуматься самому, можно, я вообще не знаю. Я со чудом как-то пришел один раз случайно. И вот, только, наверное, благодаря этому до меня доперло то, что нам нужно сюда. Ужас. Направляемся туда, куда нас, собственно, ведет наша плита. Теперь говорит то, что нужно отправиться куда-то там вниз. А, да, плита исчезает. Я уже забыл об этой штуке. Ну исчезай давай. Так, скипаем пока этих пацанов. Не готов я морально еще, не готов. Да, вот эта зараза. Надеюсь, вы запомнили то, как сюда нужно идти. Специально молчал и специально все это показываю на видео. Теперь нам нужно привести сюда раз искорку. Два искорку. Да, три искорки. Ой, капец, ой, капец. Не, название этого видоса будет «Как можно до этого додуматься самому».
Мы идем направо. Мы идем направо, потому что когда мы спускались вниз, там была у нас искорка. И здесь поворачиваем налево. И вон в конце коридора искра. Надеюсь, это та самая искра, которая должна быть там. Ну, судя по всему, да. Да, ё-моё. А, нет, можем подождать. Ждём. Оно бесконечное, что ли? Ну, ещё развалится. Ну, развалилось. Так, а если я про взаимодействие? Интересно, а без той дополнительной власти, которую мы сейчас получили, мы смогли бы здесь что-нибудь нажать? Кажется, нет. Так что считайте, повезло. То, что в таком порядке все сделал. Ужас. Угу, ясно. Вот теперь с ними надо разбираться. Готово. Опа-на, а здесь вторая появилась. Я думал, это чтоб сюда встала. Как оно бывает, смотри. Ведем сразу две искры. Одна отстает. И где-то еще одна искра, которую нужно довести. Но игра уже довела меня. Да. Спускаемся вниз, тут была дверь. Наверное, туда. Активировать. Ну, судя по всему, да, потому что, как бы, пьедестал для искры тут есть. Опа, 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 успел. Ведем. Ну да, получается, все. Блин, я хочу пожать руку разработчикам, всем, которые причастны к данному месту. Это же еще придумать надо. Как они это придумали? Как самому до этого додуматься надо? Это же ужас. Ну типа, ну... Дети вряд ли смогут такое пройти, ребят. И если у вас есть дети, давайте им играть в Genshin Impact, возможно, будут слезы и сопли. В некоторых моментах. А в плане на посидеть подумать, игра крутая. Вот, не ожидал. Сумеру они прям сделали все по красоте. Так, следуйте указаниям на каменной плите и идите в великий зал истин. Это еще куда, господи? Это еще куда? Великий зал истин. Перейти. А, ясно. Сейчас от этой точки телепортации нас будет вести. Идем по маркеру. А, ну пока что просто. И меня это напрягает, потому что ничего просто здесь не бывает в этой игре.
красиво. Ладно. Разговоры я перемотаю на видосе, но сам прочитаю и вам рекомендую. Идите к месту, указанному на плите. Опять слишком просто. Исследуйте место, найдите способ активировать гигантское устройство. Ну вот, начинается веселье. Угу. И с той стороны, наверное, такое же должно быть. Там тоже что-то подключено. А с другой стороны? Ой, блин. Тут что-то надо будет водить, походу. Не, ну все. Моя похвала разработчикам. Нервные клетки просто вышли из чата. С обратной стороны данного устройства есть такая штучка. И на... С обратной стороны данного устройства есть вот такая вот штучка. Которую мы сейчас переключим. Если все сразу заработает, это будет слишком легко. Опа, 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 полетело, полетело, полетело. И идем за ней. И ведем. Угу. Роскошный сундук, кстати, или драгоценный. Так, одна готова. И сколько еще таких надо? Наверное, еще одна, кстати. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Вот еще такое местечко, где нам нужно будет сейчас заактивировать. Но как это сделать? Видимо, так же. Идем на обратную сторону данного устройства. И нифига тут нету. Нервные клетки еще раз вышли из чата. Меня терзают смутные сомнения, то, что нам нужно еще взаимодействовать, нужно вот с этим делом, потому что тут как бы есть книжечка. Так. Неужели просто вокруг всех нужно будет пробежаться, заактивировать и все? Горят пока обе. Угу. Ну и четвертая. Активируем. Неужто это все? Очень красиво. После полета через реку в виде сокола нужно зажечь угли солнца в трех местах с помощью перьев, чтобы получить милость Аляхмара и подняться в Аару. Говорю, не скипайте это дело. Зажгите первозданный факел. Да ё-моё. Надеюсь, обычного пироумения будет достаточно или опять какое-то веселье будет? Ясно.
Ясно, вводим кубики. Еще и NPC. Ведем дальше. Так, одна есть. Идем к следующей. Искорки. Да, отгадаю, сейчас тоже будут NPC. Угу. Ведем дальше. И получается финальная искра. Кубик. И где он? Ну зашибись, я его потерял. Куда он делся? NPC. Ведем дальше. Активируйте устройство. С этой хоть стороны или той? Я потолок размазала. Ё-моё, а это мы вообще где оказались? Победите здоровяка с недобрыми намерениями. Мы что, на вершине? Мы на вершине пирамиды? Ладно. Так, новый противник. Алгоритм полуизвеченной матрицы оператора наблюдения. Поражайте ядро реакции катализ или наносите электроатаки в период восстановления после уничтожения частей, чтобы прервать невидимость. Да ё-моё, да чё ж такое? Чё ж так сложно-то, а? Да я по старинке попробую. Господи, а сейчас-то что еще будет? Найдите ценные предметы. Записи отражения Ару. Ой, капец. Ой, капец, друзья. Не, квестик, мое почтение, конечно. Я так понимаю, это уже финальный квест в этой локации касательно, ну, по сюжетке, которая у нас идет четвертый. Либо я не знаю, либо еще сейчас что-нибудь будет потом на следующий день. Не знаю. Правда, уже не знаю. Давайте-ка, не знаю, полюбуемся видом, что ли, отсюда, пока у нас есть возможность. Потому что как сюда попасть еще раз, я фиг его знает. Тут, кстати, в центре пирамиды есть дендракул. Прикольно. Ладно, возвращаемся. Разговариваем. Квест выполнен. Написано, что выполнено. И
примагемы прилетели. Но фиг его знает. Нет, все выполнено. Счастье. Просто счастье, что мы это сделали. Надеюсь, друзья, мои подсказочки, да, собственно, мой видос касательно прохождения данного квеста и предыдущих, которые связаны со всеми этими квестами, вот это вот все, вот это вот как снежный ком, надеюсь, короче, вам это помогло. Потому что, как бы, проблем и непоняток может быть очень и очень много. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки и все это прекрасное. В описании под видео будет ссылочка на плейлист. Конечно же, по Genshin Impact, где мы уже подходим к 200 видео по данной игре. Со временем, конечно, видосов будет больше, потому что что? Проблем у вас может быть очень много, связанных с прохождениями различных квестов, головоломок, загадок, куда идти, ну и так далее. Также будут ссылочки на другие плейлисты с моего канала из серии, прохождения каких-то там игр, хорроры, стримчики, ну и так далее. Плюс, также ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал. Если хотите поддержать меня и контент, который выходит, то в описании под видео будет ссылочка на Boosty, либо обычные привычные донатики. Но это, мои дорогие, исключительно по желанию и не обязательно. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет. До встречи.